Система городских информационных табло с картами к достопримечательностям, публичные Wi-Fi-сети, энергосберегающее освещение. Простые вещи, которые значительно упростят жизнь самарцам и гостям города. В этом уверена Дарья Терехина, студент экономического университета. С темой умного города она работает уже полгода, готовя свою дипломную работу. За эту тему девушка взялась, потому что уверена, проект имеет отличные перспективы. Технологии новые, цифровизация, у нас электронное правительство уже, да, создается и развивается, и поэтому за этой темой, за этим проектом у нас будущее. Такие же инициативные и обеспокоенные будущим своего города студенты встретились, чтобы обсудить свои идеи по улучшению городской среды с помощью IT-технологий. Многие из них участники международных конференций, а потому и предлагают использовать успешный опыт европейских городов. Организаторы семинара отмечают, что необходимо и изменение подготовки муниципальных служащих, чтобы они были готовы к управлению новым технически оснащенным городом. Новые тенденции, новые концепции умного города, они, конечно, предъявляют новые требования к нашим будущим выпускникам. И мы очень хотим знать, каковы уже сейчас понимать, сформировать представление о том, какие эти требования будут уже через 2-3 года, и с тем, чтобы обеспечить опережающую подготовку наших выпускников. Сейчас в Самаре уже успешно реализовано несколько технологических решений проекта «Умный город». Система электронных школьных дневников и журналов, онлайн-отслеживание общественного транспорта, умные светофоры, сервисы для обращения жителей. А какие технологические решения будут дополнять этот список, зависит уже от сегодняшних школьников и студентов, которым улучшать городскую среду по своим представлениям. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.